наоборот, нечего тут делать. На смс-ку надо идти в данный момент. В данной ситуации. А сколько длится полет? Длится сколько? Да. Ну, приблизительно у тебя же эконом, да? Ну, я не знаю. 250 заплатили? Да. Достаточно, чтобы качать его. Укачать? Погода разная. Укачать в каком смысле? Ну, укачивать. Сейчас похмелье, то есть не очень лучший вариант. Что-что? Я бы сказал, не знаю, вот. То, что я видел, я бы выбрал в данный момент подождать еще немножко. Что говоришь? Я говорю, с похмелья укачивать не очень хорошо. А ты с похмелья? Да. Что, не надо лучше, да? Ну, в любом случае, все покачало. Бля, я думала, наоборот, сейчас исправится. Ну, посмотрим. По-разному. Ты самолет летал? Ну, конечно. Резистор свежий был. Ну, да. Нету этого фюзеляжа. Всегда смотри туда, куда будешь лежать, хорошо? Угу. Да. Под ноги смотри. Ну, да. Видишь, поток там стоит, получается, Дим, даже западную делает, видишь? Там мощный поток стоит, здесь западную делает, понял, да? Настолько мощный.